с вами в России, в столице Москве. Я Александр Ткачев, рядом со мной Дмитрий Савин. У нас с вами впереди игра полуфинала хоккейного турнира EA Sports. Сегодня две по-настоящему сильные команды поборются за место в финале между Россией и Словакией. Сегодня нас ожидает игра трудоголиков. Встречаются две крепкие хоккейные команды, каждый из которых может выставить 4 полновесных звена. Победит тот, у кого больше запаса энергии. Да, именно к этому все и сведется. Тяжелая работа и победа в локальных противостояниях звеньев. Все готово к выбрасыванию. Сбрасывание выигрывает сборная России. Бросает цель. Заблокировано прямо перед воротами. Мы готовы к вбрасыванию. Бирюкову. Убийственный бросок. Необходимо как можно чаще действовать с поднятой головой, иначе с тобой случится какая-нибудь пакость. Россия выигрывает очередное вбрасывание. Шайба у хоккеистов сборной Словакии. Шайба пересекает линию, и это проброс. Они готовятся к вбрасыванию. Никулин. Еще один проброс. Ого, видали? Паренька просто размазали. Судья назначает вбрасывание. Никулину. Бросай шайбу. Радивоевич. Суровый. И он входит в зону атаки. И он просто переведет шайбу в нейтральную зону. Промазывает. Суровый. Он притаскивает шайбу в центр. Он пасует Никулину. Бросает шайбу. Ковальчук берет под контроль. Бросает. Он парирует очередной бросок. Игра вот-вот начнется. Поп выиграл вбрасывание. Бросает шайбу с самого пятачка. Шайба у сборной России. Быстро вперед Овечкину. Бросил шайбу. Тютин забирает шайбу. Овечкину. Выход 1-1. Бросает по воротам. Судья готов к вбрасыванию. Белову. Бросил шайбу. Пятачка. Вдоль борта. Быстрый бросок. С пятачка. Снова бросок. Словакия. Сейчас шайбой. Шатану. И он отправляется в чужую зону. Шатан попадает в положение вне игры. Фантастический удар. Как он его припечатал. Вот это да. Сейчас состоится вбрасывание. Свитер выигрывает вбрасывание. Бросает мощным шашком. Он парирует и этот бросок. Бросает изо всех сил. Быстро вперед Кокареву. Принятный пункт. Шайбу подбирает сборная России. Быстро бросает шайбу. Деница отправляется за свои ворота. Пас вперед Кокареву. Бросает в касание. Пас вперед Бартыку. Сильный бросок. Он снова парирует шайбу. Суровый. Барта. И она пересекает синюю линию чужой зоны. Попову. Выход 2-1. Быстро бросает. За воротами. Штумпелю. Он украл шайбу. Бросок и гол. Первая шайба матча.
И он мастер таковых. Без лишних движений спокойно ждет, пока вратарь дернется. Россия забрасывает первую шайбу в матче. Очень верное решение. В конце периода всегда нужно забивать. Ну или пытаться это сделать. Он отправляет шайбу. Готовясь к броску, выжидать момент, когда дернется вратарь, и потом бац, мудрёно переиграть того. У первого периода они получают перевес в две шайбы. Если это не получается, они полностью переигрывают. Бросает! Он промазывает! Петров дотягивается до шайбы. Вау, он промазал! Сильный бросок в форвард. Чапа. И на сей раз они попадают в офсайд. Этот вратарь быстро садится на лед и закрывает с собой всю нижнюю часть ворот. Александр, единственный шанс взять ворота — это бросить вверху. В противном случае вратарь сыграет щитками. Бросает шайбу. Россия владеет шайбой. Он зарабатывает удаление за подножку. Смотрите на повтор. Возможно, неумышленная, но определенно подножка. Россия попробует извлечь выгоду из полученного численного превосходства. Мы еще не видели игры 5 на 4 сегодня, но на их возможностей будет масса. Очень техничная первая спецкая. Забрасывает в большинстве. Летел от него клюшки со скоростью ракеты. Мне бы не хотелось оказаться между ним и вратарем. Белову. Обдан пас Петрову. Судья готовится произвести удаление. В каждом периоде свои секреты. Вопрос в том, кто их разгадает. Ну что же, это мы узнаем совсем скоро, как только возобновится игра. Он теряет шайбу. Видарелли теперь владеет шайбой. Он надежно выбрасывает шайбу к центру. Бросил в касание. Заблокировал. Видарелли отбрасывает шайбу. Радулов. Он пасует шайбу Ковальчуку. Выход 2-1. Бросил в касание. Никулин. И он отправляет ее к центру. Бросил в касание. Замораживает игру, зафиксировал шайбу. Хоккеисты заняли свои места и готовы к вбрасыванию. Попов выиграл вбрасывание. Проводит бросок. Он забрасывает шайбу. В начале второго периода. Нужно уметь использовать численное преимущество. Хорошие игроки команды не упускают возможности воспользоваться перевесом. И Юкову. Радулову. Заряжает свою пушку. Промахивается мимо ворот. Радула забирает шайбу. Они готовятся к вбрасыванию. Сзади. Суровый. Выход 1-1. Запускает шайбу со свистом. Повторный бросок Овечкина. И он отправляется в чужую зону. Шайба в воротах, и у него на счету. Нравится обманный броски. Но этот парень действует как подающий в бейсболе. Здесь все подчинено силе. Может и тупо, но действенно. Все готово к вбрасыванию. Тумпин выигрывает вбрасывание. Юрчина бросил шайбу в чужую зону. Заряжает, как из пушки.
Шайба переходит к сборной России. Белову. Бросил шайбу. Отложенный пас. Петрову. Еще один быстрый пас. Петров. Получил шайбу. Денисов. Он отобрал шайбу. Штунтин. Зарабатывает удаление. За толчок в спину. Россия сегодня просто великолепно играет в большинстве. И снова получает такой шанс. Нельзя давать этой команде разогнаться, иначе останешься с носом. Бросил в касание. Он подбрасывает шайбу. Это гол в большинстве. Какой прекрасный пас предшествовал этой голевой комбинации. Вратаря просто оставили не у дел. Сбрасывание выигрывает сборный САП. Тютин подбирает свободную шайбу. Кокареву. Он передвинул шайбу в чужую зону. Зрикова. Каванчу. С передачей. Бросает шайбу. Выницын. Сое. Достает шайбу. Выход 2 в 1. Бросает шайбу. Соину. И он отправляется в чужую зону. Кокареву. Мощный бросок. Самого пятачка. Сое. Перехватывает шайбу. Бросает шайбу. От поинта. В углу. По центру. Кокареву. И снова они бросают поворотом. Судьи фиксируют проброс, как только шайба пересекла линию. Мы готовы к вбрасыванию. Вбрасывание выигрывает сборной России. Попадает в игрока прямо перед воротами. Белову. И он выбрасывает шайбу. Судья готовится произвести удаление. Он будет оштрафован за подножку. Смотрите на повтор. Возможно, неумышленная, но определенно подножка. Вот в чем причина этого спора. Россия просто фантастически сегодня действует, имея большинство. 3 шайбы на 3 попытки. И вот 4-я возможность. Просто невозможно оторваться и описать, что эта команда вытворяет с шайбой. Она прорезает оборону соперника и проходит сквозь нее, как нож сквозь масло. Судьи фиксируют офсайд у сборной России. Они готовятся к вбрасыванию. Вбрасывание выигрывает сборная России. Впереди. Рвется вперед. Он попросту не пробиваем. Бросил. Чуточку, но все же мимо ворот. Белов. Завладевает шайбой. Попову. Впереди. Быстрый бросок. Пятачка. Белов. Шайбу. Попову. Бросил в касание. Он забрасывает шайбу. Пример того, как нужно использовать численное преимущество. Он блистательно разглядел свободную зону, поставив оппонента в неудобное положение. Судья назначает вбрасывание. Выиграл вбрасывание. После 40 минут игры преимущество одной из команд, вне сомнений, 7-0. Начинается 3-й период, который должен закончиться разгромом. Да, разве что старик Катавыч окажется на трибунах. Бросил шайбу. Бросок заблокит. Стана накрывает шайбу и звучит свисток. Игра вот-вот начнется.
рвется вперед. Радивоевич. Бросает шайбу. Бирюков. Никулину. Мощный бросок сходу. Словакия. Теперь с шайбой. Снесен. Радивоевич. Его укладывают на то. В центре. В центре. Прорезает пространство броском. Это Илья Ковальчук. Шайбу заблокировал защитник. Шайбу подбирает сборная Словакии. Быстрый бросок. Заблокирован. Тютин берет под контроль. Он пасует. Терещенко. Пас вперед. Радулову. Стана. Сделал сейв. Дополнительный плюс для этого вратаря то, что он умеет очень эффективно работать с шайбой. Сдается мне, Александр, что в детстве он неплохо играл футбольного вратаря. Вот он вводит шайбу в игру, и у них появляется как будто... О, быстрый бросок! Шайбой владеет сборная России. Офсайд. Судья готов к вбрасыванию. Кокареву. Быстрый бросок от поинта. Промахивается мимо ворот. Вынесен. Кокарев. Забирает шайбу. Мощнейший бросок. Стана накрывает шайбу. Сейчас состоится вбрасывание. Россия выигрывает очередное вбрасывание. Бросает шайбу. Попадает в игрока прямо перед воротами. Хоккеисты заняли свои места и готовы к вбрасыванию. Россия выигрывает очередное вбрасывание. Стреляет. Накрывает шайбу и впереди вбрасывание. Словакия не создает достаточного давления на ворота соперника. Ты только не засыпай, Александр, все еще может измениться. Команде просто нужно начинать забрасывать и делать для этого все возможное. Они готовятся к вбрасыванию. Медведеву запускает шайбу. Шайбу контролирует сборная России. Попов залез в офсайд, и игра остановлена. Все готово к вбрасыванию. Передача Овечкина. И он забрасывает, и это 4. Пережоги. Попов подхватил шайбу. Пережогину. Пас вперед. Овечкину. Стана парирует бросок. Вынесен. Шайбой владеет сборная России. Быстро вперед. Овечкину. Пережогину. Стана дожидается свистка. Они готовятся к вбрасыванию. Вбрасывание выигрывает сборная России. Бросил шайбу. Справа. Фиксирует шайбу намертво. Судья назначает вбрасывание. Кунтин выигрывает вбрасывание. Вынесен. Бирюков. Он забирает шайбу. Выход 2-1. Раздавлен. Никулин. Он пасует шайбу. Ковальчуку. Бросок. Гол. Игра вот-вот начнется. Сбрасывание выигрывает
сборной России. Вперед Сойну! Бросает шайбу! С самого пятачка! Мардеку! Выставил шайбу! Шайбой владеет сборной России. А вперед Свитову! Бросил в касание! Бартеш! Его укладывают в цвет! Бартеш! Радивоевич! Вперед Денисову, пас вперед Сойну, и это офсайд. В общем, надо смотреть в оба, иначе окажешься в ауте. Сбрасывание выигрывает сборной России. Быстрый бросок, поблизости от ворот. Шайба находится под контролем. Бросок! Очень обманчиво. Вратарю практически невозможно предугадать, куда будет направлена шайба. И правильное решение может прийти слишком поздно. Судья готов к сбрасыванию. Денисову. Юрчина подхватывает свободную шайбу. Бросает. Варламов заморозил его. Петрову. И он пересек чужую синюю линию. Бросает шайбу. Пятачка. Завладевает шайбой. Как здорово сыграно, чтобы выбить шайбу с клюшки соперника. Варламов накрывает шайбу и звучит свисток. Сейчас состоится вбрасывание. Поп побеждает на вбрасывании. Быстро бросает. Бейдарене забирает шайбу. Еще один бросок. Выстреливает. Хоккеисты заняли свои места и готовы к вбрасыванию. Завалит Кокарев. Сейчас с шайбой. Бросает без промедления. Отложенный штраф. Тютин делегируется на скамейку штрафников за удар локтем. Я не знаю, зачем он нанес удар локтем. Похоже, товарищ просто завелся не на шутку. Бирюкову. Он эвакуировал шайбу из собственной зоны. Кокарев уезжает шайбой за ворота. Быстро бросает. Кокарев владеет шайбой. Шайбу подбирает сборная России. Кокареву. На этом мы завершаем наш